Ну, друзья, будем ремонтировать гитару. Посмотрите, какая ситуация получилась. Вот, не знаю, видно вам, видите, как лопнуло. Лопнуло, да? Хороший, конечно, вариант будет взять, если вот палку такую приделать, вот. Так вот, прикрутить болтиками. Но мы сейчас по-другому чуть-чуть сделаем. Вот что я подумал, мы берем палочку такую, да? И сейчас ее закладываем сюда. Вот видите, сейчас мы закладываем ее сюда. Вот так ставим, вот так вот. И ручечкой вот тут вот замеряем. Вот так ручкой. Ну вот, друзья, видите, вот мы наметили палкой. Вот это вот наметили. Ручкой, а не палкой. Теперь достаем лобзик электро. Ну, это не лобзик, это, так сказать, образно говоря, такая пила. Пила такая, образно говоря, пила такая. Сейчас пилкой отпилим. Отпилим пилкой. Опа. Смотрите, как получилось. Не знаю, получилось или нет. Вот сейчас брусок попробуем засунуть вот сюда. Вот так вот, а? Вот, смотрите. И вот так вот поднять. Во. Ну, туда его засунуть. Туда его засунуть. Вот так, видите? Засунуть его туда, друзья, сейчас. Вот, смотрите, видите, как я его туда засунул? О! Туда его засунул. Тут, получается, держано выровнялось практически. Ну что, друзья, скажу вам, не угадали мы с бруском. Видите? Конечно, оно теперь жестко сидит. О, смотрите, жестко сидит. Но чуть-чуть бы на пару миллиметров было бы выше. Может сейчас другой взять, но не жалко резать палку. Все-таки, ну сейчас что-то придумаем еще дальше. Все-таки не забудьте струны распрячь. Вот я решил, я думал так, не напрягаться по-быстрому. Потому что всегда говорят, все надо делать очень быстро. Но что-то не залазит рука, пришлось раскрутить струны, расправить, чтобы они, видите, ослабли, чтобы туда руку засунуть. Вот видите, засунул руку и поправляю этот брусочек. О, вот так он нормально сидит. Но я думаю, что он там соскочит. Наверное, надо его или приклеить, или саморезами еще сейчас прикрутить на всякий случай. Вот, вот тут вот его. Правильно попасть, только сверлом надо. И дрелька сейчас размотаем. Проводы дрелькой просверлим. Ну что, друзья, прошло полчаса, но я не нашел поменьшего сверла. Нужно сверло, конечно же, поменьше, но... Ну, далеко, долго искать, честно говоря. Я подумал, что он такого. Да ничего, но ему ничего страшного и с плохим сверлом будет. Ой, с большим сверлом. Вот. Надо поменьше сверло. Ну, нет у меня меньшего сверла. Ну, есть, но надо искать. Попробуем, интересно или нет. Как бы попасть бы куда-то, чтобы точно. Ну. О, засверлил. Правда, не знаю, попал ли или не попал. Это, конечно, вопрос такой. Вот, саморез, друзья, вот такой, видите? Но вы берите короче, просто мне короче искать лень. Уже поздно, час ночи, возиться не хочу, искать лень. Поэтому, если что, вы берите покороче. А я такой взял, я даже не знаю, закрутится ли он. Сейчас посмотрим. Ой, туго идет. Туго идет. Ну, идет пока. О, не идет. Что уже стал проворачиваться? Странное дело, да? В общем, не закрутился саморез. Сейчас другой будем искать. Да, пришлось искать саморез. В общем, вот я нашел, друзья, гитару-палку. Это, друзья, моя гитара-палка когда-то была. Я когда-то на ней играл. Играл на гитаре-палке. И тут я увидел два самореза торчит. Сейчас мы их скрутим и прикрутим в эту гитару. Конечно, короткие очень. Хотелось бы подлиннее. Ну ладно. Лучше закрутить этот коротенький. О, нормально, хорошо сел. Хорошо сел. Зашел. Короче говоря, друзья, решил еще одну палку отрезать, а ту снять. А то, понимаете, ну, пролазят пальцы как-то некрасиво, что ли. Короче говоря, нашел я, друзья, штанги. Нарыл. Ну, померил примерно. Тут сейчас просверлим дырку. Попробуем дырочку сделать вот здесь. Конечно, ничего не видно, темно очень. Не вижу где. Ну давайте вот тут. Тут ничего страшного, если что.
Ладно, сейчас посмотрим, что получилось. Ну, вот так, сейчас попробуем. Правда, саморез длинный очень. Ну, сейчас посмотрим, куда он там пойдет, интересно. Зашел, не знаю. Вот так вроде бы сидит тугенько. Вот тут. Ничего я там не вижу. Ну, вроде нормально. Ну что, так нормально, я думаю. Чем-то сейчас еще дырку заклеим, да и все. И надоело мне, в общем-то, ну его. Если что, подписывайтесь на канал, ссылки там сброшу внизу.